Доброго вам денечка, дорогие слушатели! Энергетические и духовные практики мира. Сегодня мы с вами поговорим о йоге. Крайне модное физическое и духовное учение. Пришло оно к нам из Индии и вроде даже имеет еще более глубокие корни. Мудрые йоги и йогины вроде бы несут физическое и душевно-духовное оздоровление нам, бедным непросвещенным европейцам. А какие у них асаны осанистые, а какие фурусы они делают, ну просто как в цирке. И на гвоздях спят, и стекло жрут, и в огне не горят, и в штопор свиваются на потеху публики. И белые люди поперли в аттракцион. И стали сами заниматься продвинутой техникой оздоровления. Но что интересно, напрочь забыли поинтересоваться, отчего добивались этой йогой, практикующие ее индийцы. Истоки проблемы нужно искать в буддизме, в учении о карме и о колесе сансары. Чего добивались продвинутые йогины? Избавление от вечного колеса жизни и выхода в нирвану. А как можно было быстро и не ухудшая карму сократить жизненный путь и последующий цикл перерождения, в который они верили? Физическим самоуничтожением. Но, с другой стороны, карма не очень хорошо наполняется самоубийством. Значит, нужен более безопасный метод. И он был найден – йога. Чем занимался йог? Он при помощи упражнений постепенно умерщвлял свое тело. Упражнения становились сложнее, тело худее, сила духа возрастала до небес. Потом объявлялась смертельная голодовка – и очищенный телом и духом йогин покидал сию бренную ступеньку колеса перерождения. В надежде, наконец, соскочить с карусели сансары. А теперь скажите мне честно, не буддийцу, не заинтересованному в карме и прочих равных колесах. Такое самоумерщвление нужно? Вы что, куда-то торопитесь? С точки зрения здоровья, фитнес намного лучше. Там вы, по крайней мере, не выкрутите себе случайно позвоночник и не повредите слизистой соленой водой. Так что удачи вам в ваших духовных поисках. А у нас на сегодня все. Всем пока, приходите почаще и подписывайтесь на наш канал.